Сейчас сделаем подарок Петру Алексеевичу Порошенко. Без коммерческой рекламы, без денег, без Михаила Саакашвили. Видите, сколько нас? Петр Алексеевич. Виталий. Ну, я йому привіт точно не передаю, я йому на нари передав, потім повісту, коли треба. Все, давайте, хай люди йдуть спокійно, потім когось вгоді поможуть. Давайте, я вам поможу. Да, много нас. Приставка! Приставка! Несмотря на то, что остановили Приставка! Метро, Приставка! Несмотря на то, что заблокировали весь общественный транспорт, Приставка! Люди все равно собираются. Приставка! Друзья, мы идем на Михайловскую площадь. Кто опоздал, кого Петр Алексеевич не допустил на метро или на транспорте до парка Шевченко, все собираемся на Михайловской площади. Там, где Юрий Давид, молодец, всегда поддерживает. Не видно конца нашей колонны, реально, вот просто я в шоке, без коммерческой рекламы, без денег, вообще без ничего. Люди собираются, выходят, людей выкидывают, запугивают,